Киндер Джой? Привет, крошка. Наводим глазки. Перекрашиваем волосики. Бантик. Заколочка на голову. Девочка голодна. От трубочки отрезаем кусочек. Сосочка. Малышка довольна. Мамочки ждут появления малышей в больнице. Ох, поскорее бы. Кажется, началось. Как себя чувствуете? Доктор поставила капельницу. Привет, моя Барби. Чудесные малыши. Теперь вам нужно поспать. Мы пришли взглянуть на крошек. Мой сыночек Кен. Моя доченька Барби. Ох, время кушать. У доктора заготовлены специальные бутылочки. Вы готовы к выписке? Поздравляю! Спасибо вам, доктор! Берем пластиковую емкость. Акрил смешаем с блестками. Интересный узор. Возьмем трубочки. Построим лесенку. Пружинка из Памирана. Получилось отлично. Формируем букву. Прекрасное развлечение летом. Какой чудный денек! Добрый день! Привет, бабуля! Любимые детки, готовы веселиться? Да! Бассейн с горкой – любимое развлечение Барби и Кена. Как высоко! А я вам сейчас такое покажу! Кен, осторожно! Не надо! Кен бомбочкой спрыгнул в бассейн. Ты забрызгал меня водой. Вентилятор сломан. И газета испорчена. Но веселье продолжается. Деталь сломанной машинки. Спилим края. Отрезаем кусочек утеплителя. Золотые фары. Руль на месте. Трубочка с бусинкой. Покроем лаком. Детки любят аттракционы. Машинки Барби и Кена. Бабушка привела детей повеселиться. На какой аттракцион хотите? На машинки. Приятного времяпровождения. Ой, все заняты. Ребята, не расстраивайтесь, есть у меня идея. Покатайтесь пока что на качелях. Здорово. Я покачаюсь. А я лечу. А вот и машинки освободились. Розовая, мой любимый цвет. Упс, произошло столкновение. Неужели мелькнула искорка? Они вырастут и обязательно поженятся. Между Барби и Кеном влюбленность. Розовый Фоамиран. Клеим распечатку. Проходимся кисточкой. Оформляем изнутри. У каждого ученика свой шкафчик. Школьная перемена. О, привет, Кен! Эй, Брайан! Моя любимая, так очаровательно! Оба парня влюблены в Барби. Привет, мальчики! Шкафчик Барби в ее стиле. Ой, рюкзак такой тяжелый. Давай понесу, лучше я. Между ними настоящая борьба. Вы порвали мой рюкзак. Я не хочу ссориться, держи. Извини, Барби. Кен проводил девочку домой. Сменим образ Барби. Снимем мерки.
Выберем ниточку. Сострочим отрезки тканей. Маечка, шортики и напульсники. Ой, чего-то не хватает. Желтые ролики с розовыми колесами. Стильный спортивный образ. Барби и Кен катаются на роликах. Чудесная бабочка. Песик бежит за ней. А теперь попробуй сама. Песик бежит прямо под ноги. Осторожно, Барби! Ой, девушка упала. Как ты? Ох, твоя коленка. Я вызову врача. Алло, скорая. Неловкое падение. Бывает. Скоро все заживет. Я купил тебе мороженое. Мое любимое. Кен очень заботливый. Воздушный пластилин. Отщипнем кусочек. Это фламинго. Разрезаем стек. Собираем ящичек. Крылышки. Ставим на ножку. Лапки. Барби любит все розовое. Интересно, что мне пришло? Приглашение на учебу и билет в реальный мир. Бабуль, смотри. У меня кое-что есть. Барби едет в реальный мир. Удачи, милая! Привет, возьмешь меня с собой? Пара проехала поле, затем пустыню. Вот и реальный мир. Как тут здорово! Yes. Директор Маттел шпионит за парой. Они покинули Барби-ленд. На ноутбуке он видит все, что делают Барби и Кен. Невероятно! Как им это удалось? Ничего, я найду вас! Приветик, Лалилу! Пара шаблонов. Сшиваем. Поколдуем. Костюм сверкает. Шарфик на шею. Барби хороша в ковбойском образе. Все обращают внимание на Барби и Кена. Такие яркие. Ага, непривычно. Барби и Кен знакомятся с миром. Ха, вижу их. Из кустов обзор тоже хороший. Откуда они? Выглядит странно. На нас смотрит Кен. Ага, неловко. Эх, не лучшее место. Меня могут заметить. Бежим в магазин. Yes. О, потерял из вида. Парочка нашла магазинчик. Как много одежды. Тяжелый выбор. О, чудесный костюмчик. У Кена целая охапка вещей. Стильные наряды. Ой, нет. Следующий. Тоже мимо. Слишком празднично. Что-то интересненькое. Ковбойский стиль ребятам очень идет. Мне нравится. Отличный выбор. Они актеры. Забавно выглядят. На нас снова все смотрят. Директор Маттел нашел парочку в новых образах. Это Барби и Кен. Пойдем гулять. Отличная идея. Нет, точно не они. Полимерная глина. Формируем детали. Вставляем иголки. Крепим колесико. Кнопки-стразики. Швейная машинка – помощница в дизайне. Барби и Кен ходят по городу. Я уже проголодалась. Я знаю, где можно найти еду. В магазине большой выбор продуктов. Последний товар. Покупки нужно оплатить. Кен протянул продавцу розовые доллары. Это что? Барби-баксы. Но в реальном мире лали-баксы.
Расстроенные Барби и Кен сидят на лавочке. Как нам теперь быть? Нам нужно заработать деньги. Директор Маттел нашел парочку. У меня есть предложение, Барби. Сделайте выбор. Розовая туфелька – вернетесь в Барби-ленд. Сандаль – останетесь в этом. Я выбираю реальный мир. Что ж, так и быть. Goodbye. Ой, он потерял 100 лалибаксов. У меня есть идея. Нам нужна швейная машинка. Yes. Парочка в магазине. Оу, она идеальна. Возьмите деньги. Давай за дело. У нас все получится. Yeah. Лист Фоамирана. Обводим. Получилась пара деталей. Объемная фигура. Буква «Б». Приклеим к фигуре. Отличная фотозона в стиле Барби. В городе новый бутик. Барби и Кен готовы к открытию. Yes. Как волнительно! Лента перерезана. Ура! Поздравляем! Фанаты в восторге от шоурума. Добро пожаловать! Стильная фотозона, модные наряды, брендовые пакетики. В магазине ажиотаж. Мы здорово постарались. Я такой красивой одежды еще нигде не видела. Спасибо, плачу наличкой. Сфотографируйтесь с нашим брендом. С удовольствием. Я сделаю снимки. Кен фотографирует счастливых покупателей. Барби и Кен теперь богаты. Останемся здесь жить навсегда. Парочка нашла свое место в реальном мире. Барби прогуливается по парку. Ню, лужа. О нет, мои туфельки. Ой, что это? О, катастрофа. Без паники, Лалилу тебя выручит. Снимаем грязную туфельку. Берем наноскотч, погружаем ножку, заливаем термоклеем. Даем застыть. Готово. Украшаем блестками. Вау, как сверкают. Добавляем стразы. Удобная обувь на платформе. Лужи не страшны. Туфельки просто супер. Вау, какой блеск. Ошеломительно. Спасибо, Лалилу. Бальзам закончился, футляр пригодится. Оставим крышку. Полоска для фиксации шлема. Безопасность превыше всего. Малыши веселятся. Будьте осторожны. Дочурка мчится на велосипеде, а у сына со скейтом проблемы. Ох, малыш, без шлема не обойтись. Теперь буду спокойна. Кену не страшны падения. Пачка салфеток. Пригодится дозатор. Вкладываем Фоамиран. Экран с клавиатурой. Вклеиваем. Лимитированная модель Apple Barbie Book. Барби работает в кафе. Оф, сколько задач привалило. Мама, мне скучно. Okay. Посмотрим Лалилу. Новый выпуск. Заодно и мама отдохнет. Берем коробочку с маслом. Уберем остатки. Перекрасим судочек. Наполнитель. Оставим лоток возле унитаза. Котик услышал шорох. Пора сделать делишки. Справился. И довольный улегся на коврик. Фи, что за запах? О-оу, полный лоток. Котик, с тобой не соскучишься? Обожаем попыт. Насыпаем в ячейки глиттер. Заливаем термоклеем. Слепим амбушюры. Милые наушники готовы. Барби занята уборкой, пока Кен работает. Скучно, включу музыку.
Так-то лучше. Эмма. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Дорогая, ау, слишком громко. Не могу сосредоточиться. Любимая, у меня для тебя подарок. Вау, наушники. Можно сделать песню еще громче. Выдавим жвачки. Почти попыт. Обрежем часть блистера. Лак для ногтей. Милые ушки, шнурочек. Чехол для смартфона. Стильно и безопасно. Барби в магазине техники. Приветик, мне нужен новый смартфон. К нам как раз поступила новая модель. Супер! А еще мне нужен чехольчик. Вот ассортимент. Вау, беру этот, самый гламурный. Thanks. Спасибо за чаевые, приходите. Подточим карандашик. Высыпаем опилки. Оборачиваем фоамираном. Проделываем отверстие. Тостер для Барби. Хрустящие гренки на завтрак. Объеденье. Мама собирает детишек в школу. Мам, что на завтрак? Сейчас сделаю тосты. Видели новый тостер? Ух ты, классный! Готово. Разложим по ланчбоксам. Спасибо, мамуль. Тостер упрощает готовку. Выбираем бритву. Отрезаем часть. Крепим пылесос, старый провод. Крепим к станции зарядки. Мягкая насадка. Портативный пылесос справится с любыми загрязнениями. Котик повсюду оставляет следы. О-оу! А, что за безобразие? Малыш, когда ты успел натоптать? Срочно нужна уборка. Барби тащит пылесос. Управимся в два счета. Шерсть и следы исчезли. Идеальная чистота. Котик вернулся. Ого, сколько игрушек! Киси-миси или хаги-ваги? Какую игрушку я выберу, пишите в комментариях. Оу, потрепанная игрушка Киси-миси. Тяжелая. Лалилу, дело за вами. Достаем наполнитель, обрезаем лишнее. Оставляем только мех, разрезаем шубку. Готово! Барби собирается на свидание. А, макияж готов, укладка есть, любимые духи. Держи шубку, модница. Вау, то, что нужно. Идеально дополнила лук. Лалилу, ты лучше. Ура, я готова. Всем поцелуйчик. Оу, папка испачкана. Обрезаем чистую полосу. Складываем пакетик. Шоппер для Барби. Куколка в супермаркете. Упс, набрала столько продуктов. Куда все девать? Держи шоппер. Спасибо. Позвольте помочь упаковать. Готово. Спасибо, плачу наличными. Goodbye. Приходите еще. Милый набор. Нам нужен наконечник. Перекрасим трубочку. Вставим стержень. Украсим лентой Барби. Новая помада в трендовом оттенке. Барби катается по городу. Нужно проверить макияж. Подкрасим губки любимой помадой. Аккуратно. Ой, нажала на газ. Ничего, сотрем лишнее салфеткой. Теперь мейкап безупречен. Подушка. Затолкаем внутрь худи.
принесла наполнитель. Спасибо. Заполним капюшон, закрепим рукава вместе. Мягкая лежанка для питомца готова. Барби читает книгу, котик просит внимания. Ищет, где бы прилечь. Малыш, садись на кресло, но котику везде неудобно. Тебе срочно нужна новая лежанка. Лалилу уже здесь. О, спасибо! Котик устроился на подушке. Тепло и мягко. Вижу, ты доволен. Барби может продолжить чтение. Квик-поп. Весело. Вау, я тоже хочу поиграть. Окей. Упаковка жвачек. Вкладываем пупырки. Клеим полубусины. Облепляем пластилином. Пара ушек. Держи, красотка. Устроим баттл, кто быстрее. Давай, Барби! Ставьте лайк, чтобы Барби выиграла. О, нешуточная игра. Я победила. Ловим коробочку. Контейнер для линз. Вынимаем содержимое. Пинцет пригодится. Окрашиваем заготовку. Наколдуем вставки. Вставляем проволоку. Стайлер от Dyson. Мечта любой девочки. Барби собирает дочурку на конкурс красоты. Сделаем тебе безупречную укладку. Выпрямим волосы. Вау, тебе так идет? Ух ты, спасибо, мамочка. Ты победишь. И корона маленькой мисс Мира достается Барби-младшей. Я в тебе не сомневалась, крошка. Поздравляем победительницу. На пляже куколка. А, шевелится. Барби выбралась на берег. Струсим песочек. Пора в мастерскую. Пройдемся кисточкой. Умоем личико. А, Лалилу, хочу новый купальник. Берем шарик. Новый топ. На очереди плавки. Примерим. Наколдуем накидку. Вау, я готова загорать. Отличная погодка для солнечных ванн. Хай, Лалилу, подберете мне образ на фотосет? Как насчет платья из мочалки? Супер! Распускаем мочалку. Надеваем топ. Стягиваем сборку. Чудесно! Мама, я хочу с тобой. Конечно, детка. У крошки пышное платье. Мама с дочкой записались на фотосессию в стиле Барби. Приветик! Сделаем крутую съемку. Супер кадр! Съемка удалась. Спасибо, было весело. Берем набор для гигиены. Используем зубную нить. Размотаем. Достаем дозатор. Крепим лямки. Готово! Розовая вставка. Модный аксессуар для учебы. Первый учебный день. Занимаю парту, крошка. Вау, какой красивый рюкзак. И очень вместительный. Ого, сколько всего. Школа – это круто. Готовьте тетради, детки. Начинаем урок. Берем подставку, достаем зубные щетки, оборачиваем деталь сеточкой. Украшаем каркас. Кондиционер поможет охладиться в жару. Установим устройство в домик Барби. Наконец-то я дома, шопинг удался. Барби уселась прямо на пульт и сладко задремала. Барби,
как холодно. Бррр, все замерзло. А, держи салфетку. Апчи! Все ясно, ты спала на пульте. Кен быстро сменил режим. Теперь согреемся. Захватим пуговку. Черный лак. Барби хватает стек. Крепим ручку, антипригарная поверхность. Сковородка готова. О нет, как приготовить завтрак? Сковородка сломалась. Не грусти, держи новую. Ух ты, спасибо, яичнице быть. Что на завтрак, милая? Яичница, дорогой. О, ты лучшая хозяйка на свете. Люблю тебя. Берем печатку. Пробуем на листочке. Супер. Оставим крышку. Выкладываем рефилы. Вау, блестки. Палетка для смелых визажистов. Барби решила устроить день релакса. Алло, Кен, через 5 минут будешь? О, нужно успеть собраться. Барби носится по квартире. Быстро переодеться. Остался макияж. Лалилу, помогите накраситься. Без проблем. Подкрасим глазки. Блестящая помада. Идеально. Фу, успела. Ах, прекрасное свидание, милый. Привет, какая хорошенькая. Собачка выбежала прямо на дорогу. О нет, она в серьезной опасности. Ах, я тебя спасу. Барби на дороге. Барби, поспеши. Девушка ее не заметила. На место аварии прибыла скорая. Скорее ставьте лайк, чтобы Барби поправилась. Древний саркофаг. Одолжим бинты. Обмотаем сломанную ручку материалом. Позаботимся о ноге. О, серьезные травмы. Много гипса. Собачки тоже оказали помощь. Ее лапка забинтована. Привет, милая. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Я так и не успел на свидание. Выходи за меня. О, Кен, да-да-да. Ура! После выписки будет свадьба. Барби в мастерской. Измерим параметры. Стянем фатин. Украсим подол. Атласный слой. Наколдуем перчатки. Достанем сокровища. Вау, бриллиант! Украсим. Подыщем бантик. Потрясающий свадебный образ. Невеста ждет у алтаря. Милая, прости, опоздал. Я так хочу взглянуть на тебя. О, под фатой оказалась Гринчелла. Какой нежный. Сразу в обморок. Вот это пранк. Что происходит? Где Барби? Тут. Я тебя разыграла, ведь ты опоздал. Я так испугался. Клянусь, никогда не опаздывать. Жених и невеста готовы к церемонии. Объявляю вас, Кен и Барби, мужем и женой. Ура! Какой красивый парень. О, помогите! Стой, куда же ты? Пригодится бутылочка. Разрежем. Панель управления. Неужели это снимки малыша? Принтер печатает в отличном качестве. Барби ждет малыша. Приветик. Слушаю вас. Я на плановый осмотр. Чудесно. Сделаем УЗИ. Доктор проводит осмотр. Результат на экране. Вы, малыш, здоровы. А можно фото на память? Yeah, okay. Ой, сломался. Ого, как много снимков. А, это у меня столько детей? Это копии. Это вам. Будьте здоровы. Спасибо, доктор. Выберем предмет.
шприц пригодится. Открутим крышечку. Трубка не нужна. Установим чашу, острое лезвие. Срежем кружочек. Получилась крышка. Блендер поможет приготовить смузи. Барби вернулась с шопинга. Разберу покупки. Девушка купила много сладостей. Где мой блендер? Рецепт от Барби. Смешаю розовую еду. Запуск! Коктейль готов. Выглядит вкусно. Супер! Ням-ням! Какие малютки! Перенесемся к Лалилу. Бровки в тон. Синий подгузник. Подберем глиттер. Блестки. Возвращайся к братику. Чудесные детки Барби и Кена. Ура! Барби стала мамой. Скоро мы поедем домой. Мы тоже выписываемся. А вот и малыши. Ваша двойня. Мои ангелочки. Милая, привет. Ах, я папа девочки и мальчика. Но коляска на одного. Как же быть? Приветик, малыш. Ой, а коляска большая. Есть решение. А давайте поменяемся. Отличная идея. Родители уложили своих деток в коляски. Папы молодцы. Детки едут домой. Возьмем ножницы. Вырежем памперс. Окрасим для Люси. А голубой для Фредди. Развертки. Вложим подгузники. Без памперсов родителям не обойтись. Пора менять подгузники. На столике удобнее. Ой, фи! Какой же выбрать? Чистый подгузник для Люси и для Фредди. Фу, справился. Кен, я дома. Ты перепутал подгузники. Ой, прости. Коробка с материалами. Возьмем бутылочку. Отделим дно. Пополам. Ушные палочки. Соберем сиденье. Добавим цвета. Мягкие сиденья. Блестящие шнурочки. Прикрепим к велосипеду. Отправимся на велопрогулку. Кен отдыхает перед телевизором. Ой, который час? О нет, мы опаздываем в садик. Надо бежать, скорее. Ох уж этот папа. Нужно собрать корзинку, свежие фрукты, скорее в садик. Упс, а детки остались дома. А, я забыл детей. Беги, папуля. Опаздываем. Что такое? Заводи же. Машина сломалась, но у папы есть решение. Едем на велосипеде. Корзинку на руль. Фу, поехали! Чудесный материал. Срежем лишнее. Немного термоклея. Кармашек. Вложим салфетки. Все необходимое для деток. Сумка для няни готова. Мы так давно не ходили на свидания, милая. Приветик, пришла вам на подмогу. Спасибо. Мы убежали. Где мои малыши? Наигрались? Кажется, вам пора в кроватку. Сладких снов, крошки. Теперь смотреть телек. Ю-ху, Лалилу. Ой, малышам не спится. Бум. А? Ой-ой, нужно тут убрать. Теперь точно сладких снов. Но дети никак не уснут. Стойте, вот непоседы. У меня есть кое-что для вас. Хотите сказку? Сказка! Даже питомец внимательно слушает. Пирамидка. Эти подойдут.
набор ручек. Первый круг с фламинго. Воздушный шарик. Проделаем отверстие для ножек. Второй с черепашкой. Круги для плавания безопасно и весело. Семейный отдых. Родители загорают на солнышке. Ах, хочется почитать. Детки бегают за собачкой. Давай поплаваем, Фредди. Ю-ху, да. Это небезопасно. Пушистая няня волнуется. Что? Что случилось? Поплавать хотите? Я сейчас. Вот ваши круги. Счастливые малыши плавают в бассейне. Ты такой молодец, Кен. Кен.